Доброе-доброе утро, дорогие друзья! С вами канал «Одна Австралия» и я, Александр Петров. Доброе утро с Дарлинг-Харбор, с Кокл-Бэй. Сейчас вот как раз дописал парочку роликов и иду в Ллойдс Колледж, потому что сегодня пара человек начинают свои занятия, наши гагарины, и под забота об этих людях, забота о том деле, которым я занимаюсь, у меня вызвало такую необходимость, я бы сказал, продвигать альтернативные YouTube источники. По той причине, что нельзя ставить яйца в одну корзину. И по той причине, что сейчас ребята меня буквально вынуждают работать в Телеграме. Телеграм — это классная болталка, но слишком много там шума, слишком много ребят, которые, грубо говоря, не по делу там находятся. Не скрою, наверное, то же самое на YouTube, просто я этих людей не вижу. Они, наверное, есть. Поэтому я думаю, что потихонечку мы будем уходить, опять возвращаться на наш форум, на наш сайт. То есть надо будет поработать на форуме. Опять надо будет проявлять активность в Инстаграме. Больше надо будет уделять внимание Телеграму. Поэтому в ближайшее время я, наверное, сделаю добавку рекламную в Телеграму. Очень много будет информации, которую я не могу поставить в Ютубе по определенным причинам. Эта информация будет в Телеграме. Вот. Я думаю, что какие-то ролики, как, я не знаю, как хранилище видеоинформации, будет в Ютубе, но основная работа, основная движуха, если хотите, будет как раз на Телеграме. Потому что необходимо реальная работа, необходимо общение с людьми, особенно общение с людьми в русской сфере, то есть среди русскоязычных пользователей. А они очень сильно, как я вижу, заточены на Telegram. Поэтому я немножко поэкспериментирую. Предлагаю вам тоже это сделать. То есть давайте пообщаемся на Телеграме, поэкспериментируем, поработаем с видеоматериалом, видеоконтентом, поработаем именно с болталкой, то есть нашим общением, будем ставить больше каких-то файлов, то есть каких-то графических файлов, каких-то информационных, то есть PDF файлов, больше ставить именно в Телеграме. Соответственно, помощь в изучении английского языка, то есть бесплатно, какие-то программы тоже будут ориентироваться на Telegram. Соответственно, больше уходим в альтернативные, как называют, социальные сети, да? То есть в дополнение к YouTube сейчас будем и Facebook. Сейчас будем очень много ставить именно в Телеграме, частично в Инстаграме, немножко на Фейсбуке. Вот. А там посмотрим, да? Большое спасибо и увидимся, в основном на Телеграме. Спасибо.